Красной площади военный оркестр Шри-Ланки. В его состав входят оркестры сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, церемониальные и концертные оркестры. Дирижер оркестра полковник Чандане Имара Синхе и командир Шанта Рупас Синхе. Военный оркестр Шри-Ланки на Красной площади впервые. Шри-Ланка – страна, расположенная на острове Цейлон. Ее население – более 21 миллиона человек. Любопытно, что выходные дни на Шри-Ланке – это не только суббота и воскресенье, но и дни полнолуния. Считается, что именно в эти дни надо медитировать, а медитировать лучше дома. Интересен флаг Шри-Ланки. На нем изображен лев, и это не от особой любви к животным. Лев символизирует коренных жителей острова, сингалов, которые пришли на Цейлон в 7 веке до нашей эры. А синха по-индийски и значит лев. Лев держит меч, который называется кастаны, то есть это храбрый лев. Листки по углам флага тоже непростые. Это листья священного буддийского дерева пайпул. Пайпул – это фиговое дерево. Они напоминают о любви, сострадании, взаимопонимании и самообладании. Есть еще и вертикальные полосы на флаге. Зеленая полоса – это мавры, оранжевая – тамилы. Звучит песня испанской группы Los Ketchups «Асарахе». Припев этой песни перевести нельзя. Он состоит из звуков, которые испанцы слышат в песне американской группы Sugar Hill Gang. «Rappers Delight» песня называется. И создали эту песню в шутку. Ее создал продюсер группы Мануэль Руис. «Асарахе» – так испанцы слышат английские слова. «I said a hip-hop». И как тут не вспомнить, что и Шекспира испанцы называют «Чак Эспеаре». Thank you.
Сегодня фестиваль удостоен своим посещением представляющий правительство Шри-Ланки, статс-секретарь Министерства обороны Шри-Ланки, достопочтенный Капила Ватьяр Дэн. Спасибо вам, друзья, за зажигательное выступление. Расцветали яблони и груши, поплыли туман над рекой. Выходила на время Катюша, на высоте. Солист младший Кабрал